Оренбургскому отделению Росгосстраха грозит штраф до 1 000 000 рублей. Нарушения в работе страховой компании были выявлены на заседании областного управления Федеральной антимонопольной службы. Ирина Кривобокова расскажет подробности. Виктор Волощук 4 года подряд страховал свою машину в компании «Росгосстрах». А на 5-м году произошла осечка. По словам мужчины, он переплатил за полис ОСАГО около 3 000 рублей. Виктора заставили застраховать жизнь, пройти техосмотр транспортного средства, причем именно в той компании, которую назвали страховщики. Кроме этого, занизили водительский класс. Мужчина не стал менять страховую компанию, но справедливую обиду все же затаил. Достаточно несправедливое отношение к нам, как к автолюбителям, со стороны страховых компаний. Здесь видно налицо, что нарушение прав, нарушение закона. Ну, переплатить придется, но нужно на этом не останавливаться. Нужно идти и добиваться, вот как я все-таки, я считаю, я неплохого добился. Страховщики вернули мужчине 800 рублей, которые взяли за заниженный водительский класс. Правда, добиваться этого пришлось 2 месяца. Проблемы со страхованием железных коней у автолюбителей Оренбурга начались около года назад. А после сегодняшнего решения Управления Федеральной антимонопольной службы есть возможность наказать Росгосстрах на круглую сумму. Признать ООО «Росгосстрах», лице филиала ООО «Росгосстрах» в Оренбургской области, нарушившим пункт 3, пункт 10, часть 1, статьи 10 Федерального закона о защите конкуренции. Второе. Выдать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Третье. Передать материал вышеупомянутого дела должностному лицу УФАС по Оренбургской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Теперь компании грозит штраф от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. Правда, у ее начальства есть право обжаловать такое решение комиссии в суде. Вообще заявления, те, которые в общем, те, которые не только к нам, да, стекаются, то их у нас более 130, этих заявлений. Обращения продолжают поступать, но они вот последние датированы где-то апрель-май месяц. Соответственно, обращения есть, ну, будем рассматривать. За год это третий случай выявленных нарушений в действиях страховой компании. Мы направили запрос в филиал компании «Росгосстрах» в Оренбурге, но комментировать что-либо там не стали. Стоит отметить, что Федеральная антимонопольная служба пока рассматривала в основном жалобы по «Росгосстраху», как самого крупного страховщика. Однако в будущем специалисты намерены прояснить ситуацию и в других компаниях.